Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня по просьбе моей подписчицы я пришла опять собирать боярышник. Вот, видите. Вот на этот раз, конечно, мы встретились чуть большие, а были мелкие. Вот, мы сегодня соберем. Я буду снимать видео специально для моей подписчицы по просьбе, что как я сделала варенье из боярышника. От нуля до конца результаты, что как его можно варить варенье. Вот. Ну, мы сейчас соберем. Вот. Мы сейчас вот собираем вот так. Видите? Вот оно. Тут полно. Вот у нас красиво такое озеро здесь. Вот видите? Солнышко там. Вот. Мы с ребенком пришли сегодня собирать боярышник. Вчера собирали боярышника, почистила, оставляла на ночь в воде. Ну, чтобы если черви, вдруг, хотя я очень тщательно почистила. Вот. Ну, можно вот чистить вот это, видите, как звездочка. Но я его не люблю чистить. Вот так я красиво оставляю. Они красиво, когда варенье готово, они красиво выглядят. Вот я его вот так резала, но я так не люблю. Хотела показать вам. Вот, значит, я сейчас приготовлю сироп, а потом уже вот будем вместе боярышником. И будет варенье. Я просто обещала моей подписчице, что заранее буду готовить, чтобы она видела, как я его собирала. Вот. И теперь я буду показывать, как буду варить варенье. Значит, на 2 килограмма боярышника, кило, значит, сахара и 350 миллиграмм воды. Ну, туда еще можно добавить только лимона или лимонная соль. Вот у нас уже сахар. Я буду сейчас готовить на глаз. Вот. Так. Так, сейчас перемешиваем. И сюда сразу добавляем боярышник. Вот. Как начнется закипеть, оставляем кипятить 5 минут. После этого мы отключаем до остывания. Вот так 3 этапно. То есть до готовности. Ну, вы можете уже сами сироп посмотреть. Вот. И после этого уже будем закрывать баночки. Ну, у меня где-то будет пол-литровая баночка. Я делаю на глаз, но рецепт, еще раз повторяюсь, что 2 килограмма боярышника, вот, это у меня дикие. Есть крупные, которые на рынке продаются, да, вот, но это у меня дикие. Но это очень хорошее, для сердца хорошо, очень для сосуда, вот, но еще для нервы, ну, у кого там, это, ну, не может спать, бессонница, очень хорошо помогает. Всем крепкое здоровье, удачи вам, всем хорошего здоровья и просмотра. Вот я как готовила тогда варенье, вот оно у меня так выглядит, вот как мед, поверьте. Ну, очень полезно, прям вкусно. К чаю Новый год. Будьте обрадовать домашних и
гости будут, тоже открывайте. Вот. Вот она так у нас выглядит. Вот уже начинает кипеть. Вот видите. Это мы позже собирали. Она уже сладкая, потому что немножко уже погода прохладно стала. И у нас вот он стал сладкие ягоды. Ну, вкусно получилось. И на этот раз мы нашли чуть крупнее ягоды, потому что, вот видите, тут у меня и красный, и бордовый. То есть бордовый мелкий почему-то, а вот эти красные чуть большовато. Вот от, сравнивать от этих две. Но хочу вам сказать, ничего страшного. Будем готовить варенье. Всем здоровья. Еще раз хорошего просмотра. Если понравится вам видео, ставьте лайк, подпишите на мой канал. До новых встреч!